Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Shadow Fight 3. Почему? Потому что есть повод. Я хочу вам показать, какой ивент сейчас идет у нас в данный момент. Он называется Лунный фестиваль. Участвуйте в лунном турнире в этом месяце, чтобы получать жетоны и соберите уникальный комплект экипировки. Понимаете, да, о чем идет речь? Мы должны будем с вами участвовать в турнире в лунном. На все про все у нас 13 дней, 15 часов. Ну что же, ребята, давайте тогда смотреть. Фанатка. Фестиваль Луны приходит в земли династии. Это значит, что нас ждут праздничные поединки с обезьяньим королем. В бою тебе поможет только навык. Не надейся на экипировку, но надень что-нибудь легендарное. Прояви уважение к королю. Ага, лунный турнир выживания. Обычный. Еще из престижного у нас, ребята. Короче, давайте-ка мы, наверное, с вами начнем с обычного. Просто посмотрим, ребят. Ну, а на престижном у нас всего одна попытка. В общем, мы должны зарабатывать с вами вот эти вот жетончики. Как я понимаю, для того, чтобы мы могли купить экипировку. Ну что ж, давайте посмотрим, кто здесь, что и почем. И стоит ли оно вообще того. Так, обезьяна, да, значит, с нунчаками. Ладно. Оу, тихо, обезьянка, успокойся. Хотя, на самом деле, ты никакая не... Блин, да хорош ты. Ты посмотри, что делает. О, все, лишилась она своих нунчак, ребят, так что сейчас будем ее рвать. Эту обезьянку. Укращать. Ё-моё, я только сейчас увидел, ребят, сколько нам нужно одержать побед. А у меня всего лишь один проигрыш. Да ну нафиг, ребят, ну это... А где справедливость? Я не понял. Так, ну ладно, первая обезьянка была простая. Я так понимаю, будет по возрастающей, да? Ой, это вообще без оружия. Так, ага. Отлично прописали. Смотри-ка, блокируют гады. Да ладно, ты в теневуху, блин. Ай-яй-яй. Как плохо все. Да-да-да, конечно, конечно. Я хрен отсюда выйду сейчас. Ах, про... Ты смотри, какой шустрый. Да угомонись ты уже нафиг, а? Так, надо держаться от него подальше, ребят. Да хорош, ё. Ну как он мог пробить-то, ё-моё? Ага. Ну, они не любят теневые удары, а вот это тоже не любят. Тогда у нас... Да ёлки-палки, что за фигня-то? Да, ах, так у меня еще, ребята, жизни не восстанавливаются. У-у-у, как все печально-то. Так, я боюсь, мы так далеко с вами не уйдем. Так, а вот это, я так понимаю, наверное, и есть экипировка, да? Или нет? Или опять какой-то костюм дешевый? Давай. А, смотрите, как король обезьян это у нас. Значит, это вот его экипировка нам будет доступна, если мы победим его, так? Или как тут? А, нет, мы должны с вами жетоны покупать. Точнее, зарабатывать, блин. Да успокойся ты нафиг, ты достал уже. О, пошло дело. Ха-ха. Слушайте, ребят, если бы не ихние блоки, я думаю, что уже давным-давно бы... Он уже вот так вот. И добиваем. Хе-хе, сынуля. Так, ну что? Это еще не все. Король просто так не дастся. И ты с ним еще встретишься. Да я уже понял. И надеюсь, что я тоже его увижу. Так что продолжай раскидывать его стражников. Слушайте, ребят, ну... Сколько же... Раз, два, три... Ага, это нужно мне еще два раза по столько же выиграть. Почему-то я сомневаюсь. Потому что, во-первых, у меня очень мало хп, ребят. И вряд ли... Вряд ли у меня получится как-то продвинуться здесь. Здесь даже не то, что как... В экипировке делали, еще в чем-то. Тут просто нужно каждой обезьяне найти свой подход. Да успокойся ты нафиг, сейчас ты довыделаешься, а. На-ка. Я его подловил, ребята. Оп, опа-на. А пока лежи, давайте вот так. Ну что же, эту мы прошли, обезьяну. Следующее. У нас, кстати, теневой удар накопился, это хорошо. Кто у нас тут сейчас будет?
Раунд 5. Ага, опять в рукопашку. Блин, ненавижу рукопашников, честно скажу. Оу-оу-оу. Так-так-так. Эх, ты на. Хотел, а? Ну, этот покрепче будет, покрепче сразу видно. Да хорош ты, успокойся. Ты смотри, как он пробивает, а? О, ребята, у меня очень-очень мало хп. Бум. Все. Вот свинопас. Королевская свита и его помощники, как я им завидую, но они недостойны быть с королем. Разбей их, разгони их всех. Да куда уж мне разогнать-то и всех? Ты посмотри, это на шестом раунде я слег, а их там сколько, фиг знает. Получаем ревард. Так, 35 и 60, ребята, у нас жетонов лунных. 95 в общей сложности. Так, интересно знать, где сам костюм-то этот находится, за которым мы с вами, в принципе, и охотимся. Так, ну это мой эпический шлем. Кстати, редкая глефа. Я ведь могу ее, по большому счету, улучшить, хоть маленечко, да? Давайте-ка мы это сделаем. Ну, на 41 очко повысим. А, мне даже еще на одно улучшение хватит. Давайте сделаем. Ну, естественно, толку от этого будет мало, но тем не менее. Так, здесь все вроде бы. Больше я ничего здесь не могу. Хорошо, ну это ежедневные задания. Так, вот, уникальный сет у нас. Акция фестиваля. Давайте глянем. Ага, здесь, значит, за 800 рублей нам предлагают 500 жетонов, 500 рубинов и легендарный пак. А вот у нас и... Я так понимаю, сет, маска, броня и посох. Дайте-ка я, наверное, заостренную катану бесплатно улучшу. Все равно ничего не тратишь, да ведь? Так что давайте сделаем. Слушайте, мне надо посмотреть, что из себя представляют эти костюмы. Стоят ли они? Так, защита головы. Слушайте, ребят, я... Ой, посох-то вообще слабенький. Ха-ха. Так, и костюм тоже ни о чем, ребят. Я даже не знаю, стоит ли вообще заморачиваться. Ну-ка, дайте-ка гляну я вот эту вот броню. Костюм спектр фигня. А вот респиратор ныряльщика, вот это бы я бы себе хотел приобрести. Но 35 тысяч голды нужно. Ё-моё, у меня всего 6 тысяч. Нет, не видать мне... респиратора, как своих ушей, ребят. Так, ну деньги, я думаю, что не буду я тратить на эти паки. Лучше мы с вами дождемся, наверное, обновления, когда откроется новая глава. И там уже эти деньги спустим на пак. Ну что, давайте попробуем поиграть на престижном. Видите, случайные правила каждый раунд. То есть у нас каждый бой могут меняться правила. Именно проведение боя. Интересно, давайте глянем. Так. Что там ускоренное? Не успел прочитать. Блин. Ладно, фиг с ним. Ага. Ха-ха. Но он в рукопашку, ребят. Сейчас, подождите секундочку. Вот так, вот так. А, ну это же первая обезьяна. Кстати, абсолютно ничего не поменялось. Я должен столько же раз победить. И уродец мелкий, а. И всего лишь один раз проиграть. Но это, честно говоря, несправедливо. Если бы было бы хотя бы три попытки, как раньше. Так, ну что, первая у нас докрякалась. Плавно переходим на второй раунд. И что у нас тут будет за правило? Будет что-нибудь, нет? А, без оружия. А, я без оружия, блин. Ну ладно. По идее, без оружия я должен быть еще крепче. Что это за дурацкий удар у меня был, а? Так, тихо. Вот так вот. Ну да, в принципе, бью довольно неплохо его. Хе-хе. Еще удар, он готов. Молотобоец хренов. Да хорош там буянить. Иди сюда. А-а-а, увернулся в последний миг. Все, ребята. Он лежит и отдыхает. Так, и мы переходим с вами на третий раунд. Что у нас тут будет веселенького? Ничего абсолютно. Ага, король обезьян это у нас. Ну, давайте попробуем. Так, тихо, успокойся, блин, говорю тебе.
Так, ну что, отнимает вроде... О, вот сейчас хорошо вышло. Так, тихо, тихонько, не буянь. Блин, я вот так думал, что... Чем такое сейчас сотворит? Сейчас бросок, наверное, нет? Обычные эти упыри не любят... Да ё-моё, да что ты будешь делать? Успокойся, говорю тебе. Ох ты. Да, конечно, вот так вот. Ну... Так, давайте добивать, ребята, его. Все, готов. Ну, честно говоря, доспехи так себе. Не смотрятся не очень хорошо. Мне мой костюм больше нравится. Так, что тут у нас? Какая-то ошибка была, блин. Ладно, неважно, ребят. ХПшка у меня пока нормальная, я смотрю. Может быть, чуть-чуть с вами куда-нибудь и прорвемся. Опа. Полежи маленько. О, да ты, братишка, потерял свои мечи, и все, тебе хана. А, черт бы его побрал. Уйди от меня, обезьяна мерзкая. О! Ёлки-палки, какой-то он ватный. Так, ну что же. Пятый раунд впереди. Ну, не томи, давай. Бой в темноте, блин, ребят. Оу, да она еще из этих... Ай-яй-яй-яй-яй. Ненавижу бой в темноте, потому что я нифига не вижу, что там происходит и что делать. Так-так-так-так-так-так. О, хорошо, я пропечатал, ребят. В потьмах-то, да? Ай, страшно, страшно вот так вот. Что она сейчас делает? Она не стоит на месте. Блин, укрывается. О, как это так она? Как она меня так пробила? А, она перепрыгнула через меня. Ё-моё, я отходил назад, а получилось, что я наоборот шел к ней. Ай-яй-яй, вот это вот, ребята, фигня получилась. Да у... Ох ты, ничего себе! Ну, добиваем, ребята. Да... Ой-ой-ой-ой, ну, в общем, как-то так у нас получается. Ну и что вы мне дадите? Сколько жетонов? О, 167. И видео. 45 еще в плюсе. Ну что же. Ребята, следующий бой, если мы хотим, мне нужно 30 рубинов. То есть это, грубо говоря, сплошной ивентовский донат. Потому что, если вы хотите себе этот костюмчик, то будьте добры, покупайте рубины. Ну или зарабатывайте их. Ну, вы замучитесь на них копить. Так. Ну что же. Получается, что за все это время мы с вами должны набрать... А сколько мы должны набрать-то, если покупать вообще полностью сет? Так, у меня здесь бесплатные карты еще есть. Дайте-ка я возьму, ребят. Ну не томи ты, давай быстрее грузись. Что-то в последнее время она подлагивает, игруля-то. Оу, Шуангоу. Они мне нафиг не нужны. Вот 60 монет, да. И видос. Угу. Что дали-то? А, Шуангоу улучшили, да? Так вот, за 13... У меня сейчас в данный момент 307 жетонов, ребят. 307. А тут, ну это понятно. Это за покупку... За деньги, за реал. То есть галимый донат. Вот, кстати, за 800 рублей вы можете приобрести 500 рубинов и играть в легендарную. Так, 900 и 1300. Это уже 2200 и еще 1800. 4000, ребята, готовьте 4000 жетонов, и у вас будет этот сет. Но нужен ли он вам? Вот это уже другой вопрос. Ну, а на этой ноте я буду завершать свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся обязательно, когда откроются новые главы. И будем продолжать их проходить. А на этом все. Всем пока. И до скорых, ребята, новых видосиков. Всем удачи, не болейте и до скорого.